В салоне обуви «Лилия» большое поступление летней обуви. Всегда в ассортименте осенне-зимняя коллекция. Действуют скидки на обувь всех сезонов до 60%. Воровского, 75А, район ЦУМа. Поехал пьяным за рулем и зачем-то прихватил с собой ребенка, водитель «Мерседеса» на улице Чистопрудненской. Мужчину помогли задержать активисты ночного патруля. Общественники были в шоке, когда увидели на пассажирском сидении мальчика около 8 лет. Подробности в следующем сюжете. Только выпили. На вопрос, сколько выпил, водитель «Мерседеса» Денис, может быть, и ответил, но помешала видеокамера. Вместо этого мужчина молча пошел к патрульному автомобилю. Наклейка «Дети» на этом микроавтобусе неспроста. Общественники заметили в салоне ребенка, который при виде камеры тоже спрятался за сиденьями. Зачем водитель взял с собой мальчика, так и осталось загадкой. При этом, судя по всему, они заезжали перекусить. Денис Николаевич, расскажите, а почему с ребенком-то поехали? Выпивший-то. Денис не стал устраивать из экспертизы цирк, как это иногда делают пьяные водители. Он понимал, что его в машине ждет маленький ребенок. Дальше сладко. 4 раза больше допустимой нормы. Состояние алкогольного опьянения у вас установлено. С результатом освидетельствовано состояние алкогольного опьянения согласны? На водителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Водителю «Мерседеса», можно сказать, повезло. Несмотря на многократное превышение нормы алкоголя, он не устроил ДТП с пострадавшими. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Константин Кузнецов. Место происшествия.